Так, ребят, что я хочу сказать. Я в ИК только что лазила и увидела пироги. Пироги ленивые, прямо на сковородке. Ну, там сыр. Ой, господи. Ну, короче, я не знаю, не забыла начинка. Сыр и яйцо. Ну, у меня сыра нету, никуда не пойду. Яйцо варить не хочу. У меня колбасы, вот она. И там две картошечки. Так, короче, кефира нету. У меня 400 грамм молока. Два яйца. Там одно было, а там два. Ложка сахара и песка. Так, и вот еще соды сейчас. Да. Сейчас мы сделаем ленивые пирожки на сковородке. Что-то я давно не ела пирожки. Сейчас, ребятки, мои зайки. Сейчас пирожки. Чтоб сегодня женское, мужское и женское, а то не было. Мне принесли, вот она, девки. Я сказала, за 3 месяца принесите. Июль, август, сентябрь. Это в администрацию заплачу. Поеду 12-го в Калугу. И там в банк зайду и заплачу за общагу. За 3 месяца. Да, и мне не жирное. За 3 месяца. Вот она, видите? Сейчас муки туда надо. Пожарю пирожки. Ой, а что это? Дырявый, что ли? А? Не понял. Ой, а что это с мукой у меня? Девки, и на полу, и это. А что это такое? Надо подмести, а то это... Ой, вообще... Гляньте, вчера не было Малахова. Ой, Малахова, как его? Юля, а сегодня есть. Ой. Эти пироги я в ИК увидела. Но я не стала подписываться. Я не стала подписываться, ребят. Да, у меня там в ИК этих пироги, эти, все есть. Навалом. Вот сейчас. Размешаю. Вот эта мука хорошая, я брала. Девки, ну что это такое? Порвался пакет. Пакет порвался. Ну ладно, я всю ее высыпала. Как постоянно у меня и телефон загадила.
Вот, видите, какое получилось густое. Сейчас натру туда, перемешаю хорошенько, ребят. Ну, начинку можно любую, какая есть у вас. Непонятно. Не, нормально. Ой, девки. С этой. Так. Картошки вот это осталось у меня туда. Вот туда. И еще колбасы натру. Да. И колбасы туда. И будут пирожки. Ленивые. А что, Малахова-то есть или нет? Не пойму. Прямой эфир, а что это такое? Хватит, хватит. А то жирно будет мне. Так, ребят. Оно мне уже 3 раза попадалось, это как пирожки ленивые сегодня. Думаю, значит, тогда требуется сделать. Ну да, если попадается. Нету. Вот она я. Помешаю. И пойдемте делать. Пожарю и покажу вам. Сейчас пирогов наделаю. Жилетовские, сейчас пирогов. По 10 рублей буду в центр, пойду продавать. И семечки. Стаканами, помните? Вот, ребят, видите? Все. Пускай постоит, пока уберусь.